Рустам Солнцев принял участие в передаче, выходящей в интернете. Там он признался, что Ольга Бузова на проекте «Дом-2» просто шокировала его своей жадностью. Бузову вначале не любил, потом я ее уже рассмотрел, и она мне стала мила. Помню, как она мне сказала: «Вот эту рыбу не трогай». Я тогда сижу и думаю: они тут слаще морковки, что ничего не жрут, что ли? Это же все общее, сюда это все завозится. Администраторы чуть ли не пару раз там, 3 раза в неделю, какими-то тюками возят. А им вот это жалко, елки. Впрочем, сейчас она вряд ли пожалела бы кусок рыбы.